Доброе утро. Мы идем на автобус с понедельником. С началом рабочей недели. Коля где-то кисю нашла. Идем, кися. Пойдем. Сидит там где-то, да? Да, там. Кошандер. А вон хвост торчит он, жопка. Вон он сидит. Честно сказать, я не видела здесь котов, собак, гуляющих на улице. Сколько мы здесь живем, котов 2 раза мы видели. 3, 4, 5. Те, которые вот домашние, они с ошейником, они сели возле своих, ну вот на своей территории, чтобы ходили где-то по улицам. Нет, собак вообще мы не видели без хозяина. Ни одной собаки. Белки, зайцы, да, пожалуйста. А так нет. У нас тут солнышко. Сегодня должно быть тепло. Может быть, сегодня у Поли будет бассейн. Ага. А то у меня пластырь, лейкопластырь на ногах. Польке пластырь, лейкопластырь на ногах. Вчера погрела на площадке хорошо. Сегодня поедет хорошо в бассейне поплавать со своими пластырями. Полька у нас сегодня индианка. Киасотка. Киасотка, киасотишна. Вот. Сегодня поеду платить за квартиру, потому что завтра 1 число уже, 1 августа. Поеду платить за квартиру. А вчера был просто август. Нет, вчера был просто июль. А завтра будет просто август. Вот у нас как раз последняя неделя в этом в лагере. Пятница там вообще сокращенный день будет. Поэтому... Непонятно, сколько забирать. Да. Да понятно, во сколько забирать. Полечка, зайди с дороги, машина идет. Иди вперед, давай. Я за тобой иду. Прижмись клево, прижмись к обочине. Давай, о, тумочка моя. Да. Хорошего всем понедельника, хорошего настроения. Отличной рабочей недели. Мы идем, пойдем на остановку. Будем уже садиться на автобус, ехать, так опаздываем. До новых встреч, пока-пока. Now you can move. Yes. Next, go watch your hand. Это лагерь. Здесь они сидят, кушают, переодеваются, вещи. Здесь переодеваются. Еще раз привет у нас, солнышко. Иду на остановку за Полинкой. Хочу чуть-чуть раньше, но она чуть не получится забрать ее. Фу, началось новостей. Сейчас он была дома, приходили в телеграм с маски. В Купинске прилеты. Мама в Харькове, бабушка там с моей подругой. Короче, настроения нет. Читаю я не знаю. Конца и края там не видно. Продуктивного вам вечера.